Бухарский оазис занимает часть древней дельты Заравшан. Она теряется в пустыне Кызылкум. Несмотря на то, что Бухарский оазис играл большую роль в истории Средней Азии и занимает в историко-археологическом отношении выдающееся место, она еще мало изучена. Бухарский оазис может быть назван даром Заравшана, с таким же правом, как древние называли Египет даром Нила. Но Заравшан, так же как и Нил, Инд и Люханхи, не только живительной влагой, но и плодородными наносами лишь обеспечивал необходимые природные условия для человека, оплодотворившего землю своим трудом. В просторах пустыни Бухары располагается древнее поселение Варахша. Сегодня наша передача посвящена настенной живописи восточного зала Варахшинского дворца. Зал «Желтого дракона», как его еще называют, был раскрыт в 1949-1950-х годах знаменитым археологом Шишкиным. Вначале расскажем немного о самой Варахше. Одним из древнейших городов Бухарского оазиса является город Варахша, который находится в 40 километрах к западу от города Бухары, общей площадью в 100 гектаров. Тут можно увидеть руины цитаделей и стены дворца с внутренними двориками, многочисленные глинобитные домики, оформленные стенной росписью и резьбой. Это останки домов 9-10 веков. Варахша считается древней частью поселения, на территории которой правили бухарские правители, бухар-худаты, до арабских завоеваний. Первые археологические изыскательные работы на территории древнего поселения Варахши начинались еще с 30-х годов и продолжаются по сей день сотрудниками Института археологии Академии наук Республики Узбекистан и также международными археологическими экспедициями. Варахша как объект археологического внимания привлекает интерес и внимание многих археологических экспедиций из разных городов, таких как Италия, Франция, Россия. А именно вот хочу отметить музей Эрмитаж из Санкт-Петербурга, который уже послевоенные годы, начиная с 50-х, 60-х годов, планомерно и тщательно начинали изыскательные работы именно на древних территориях древнего поселения Варахши и Пайкент. Варахша – единственное место в полосе древней оседлости, о котором имеются совершенно ясные указания письменных источников. О Варахше и расположенном в ней дворце правителя Бухары наиболее подробно и обстоятельно повествует Наршахи. Как он пишет, Варахша – одна из больших селений, древнее, чем город Бухара. В некоторых сочинениях вместо Варахша пишется Раджфанду. Она была местом обитания царей и имела сильное укрепление, так как цари несколько раз воздвигали ее стену. Рабат ее был подобен рабату города Бухары. В Раджфандуне или Варахше было 12 оросительных каналов, но на них мы остановимся более подробно на следующих передачах. Давно дворец пришел в разрушение, и упадок, пока Хунук Худат не отстроил этот дворец. Но вскоре дворец снова стал разрушаться, и другой правитель Бухар Худат Буниат, сын Тахшады, решил отстроить заново этот дворец. И жил в этом дворце, пока его не убили. Позднее правитель Исмаил Самани как-то призывал всех жителей этого населения и сказал, что он им готов выдать населению по 20 тысяч дирхамов и необходимый для постройки лес, материал, с тем условием, чтобы население выдало этот дворец под соборную мечеть. Но население не согласилось с его предложением, сказав, что они не нуждаются в соборной мечети и что их место не имеет такого значимого значения для постройки вот здесь вот соборной мечети. С тех пор в этом поселении каждые 15 дней происходил базар. А в конце года начиналась большая ярмарка, которая продолжалась 20 дней. А на 21 день люди отмечали Новый год. Этот был новым днем, новым праздником для земледельцев Бухары. Потому что земледельцы Бухары с этого дня начинали новый счет. Отсчет времени для проведения сельскохозяйственных работ. Дворец был очень красивым.
и представлял из себя большое здание с тремя расположенными в ряд большими залами, которые условно назывались Красный, Западный и Восточный. Эти стены залов были украшены красивыми живописными рисунками. Например, стена Красного зала была украшена фантастическими животными и различными сценами из охоты. И один из, например, одна из большой композиции охватывает полную единую композицию со сценой борьбы всадников на слонах с фантастическими животными. И в роли фантастических животных можно было увидеть различные такие крылатые животные, типа белого грифона, крылатый грифон, у которого, например, хищнические когти и туловище, похожее на собаку, с длинной изогнутой шеей. Это могли быть слоны, это могли быть животные, у которых похожие на леопардов, у которых белая грудь с животом и шерсть такая желтоватая с пятнистыми кольцеобразными пятнами. Эти животные напоминают леопардов. Это могли быть различные хищные животные, крылатые, с большим острым клювом. Также хочу отметить знаменитого археолога Шишкина Василия Афанасьевича, который начинал изыскательные работы на поселении Варахши еще с 1938-39 годов, с 1949 по 54 годы, в результате которых интересна была находка найдена. Вот в центре холма были обнаружены остатки дворца, где правили правители бухарские, Бухар-Худатый, и помещения которых были украшены уникальными настенными росписями, которые относятся к концу VII, начало VIII веков, а также резной ганч тоже относится к древним, значит, эпохам, это VII-VIII века. Интересные моменты были в том еще, что во время раскопок под песчаными пустынями, завалами Варахши было найдено очень много, более десятков тысяч фрагментов ганчевого декора, который представляет из себя резьбу по ганчу. Отсюда можно узнать и техника. Что за техника резьбы? Резьба по ганчу, она напоминает такой, как бы, из себя белый вяжущий материал, наподобие гипсу, который применяют при помощи обжига известняковых пород. Уникальные коллекции, найденные с поселения Варахши, это настенные росписи, уникальные настенные росписи, а также алебастровые скульптуры, скульптурный декор из камня, алебастра, глины, экспонируются во многих музеях, значит, Узбекистана и нашего Бухарского музея Арк. Мы стоим у росписи, которая найдена археологом Василием Афанасьевичем Шишкиным. Это роспись из восточного зала или зала желтого грифона, которая была раскрыта в 1949 по 50-х годах. Выяснилось, что на южной стороне стены этого зала, длиной где-то около 11 метров, была представлена вот большая композиция со сценой царского приема. И фрагменты другой подобной настенной росписи, которая тоже занимала большую часть стены, длиной не менее 12-13 метров, тоже уцелела на западной стене. Здесь были изображения конных воинов. И, наконец, на восточной стороне уценил лишь небольшой кусок росписи. Северная сторона стены совершенно не сохранилась. Но что касается этой живописной композиции, то хочу отметить, что эта живописная композиция дошла до нас в весьма фрагментальном состоянии, только как бы уцелевшись в нижней части стены, составляющей не более трети или даже не более четверти ее первоначальной высоты. Дело в том, что в этой настенной росписи имеется много очень малых и больших пробелов, которые появились в результате разрушения поверхностного слоя штукатурки, шелушения и осыпания красочного слоя. Поэтому многие детали изображения на этой живописи неотчетливо видны. И первые разрушения начинались еще в то время, когда здание было обитаемым. И в то время ту отпавшую часть штукатурки на стены росписи покрывали глиной, замазывали глиной и саманом.
Совсем еще недавно, до конца 30-х годов 20 века, древнее искусство Средней Азии оставалось неизвестной для науки областью. Отдельные редкие упоминания письменных источников, терракотовые статуэтки и налепы на асуариях, небольшие и неоцененные по достоинству фрагменты стенных росписей, лишь слегка приоткрывали эту интересную и важную сторону культуры среднеазиатских народов, наших предков. Едва ли не единственным и уникальным памятником высокой художественной культуры древности некоторое время оставалась знаменитый Айртамский фриз, известный с 1932 года. Работники научных археологических экспедиций в корень изменили это положение. Жемчужиной музейной коллекции является настенная живопись Ворошиловского дворца, которая найдена Шишкиным в 50-х годах прошлого столетия. Археолог Шишкин из России пытался сначала в 30-х годах для того, чтобы найти дворец Варахши по описанию Наршахи. И, к сожалению, ему не удалось первый раз, а потом, после Второй мировой войны, он вновь приехал в Бухару для того, чтобы окончательно найти резиденцию бухарских правителей, которая является очень важным центром для истории Бухары. И, в конце концов, ему удалось найти красивейшие резиденции, которые украшали настенные живописи. Перед вами красивейшая настенная живопись относится к 7 и 8 векам. Здесь изображено три изображения. По данным археолога Шишкина и некоторых ряд исследователей и ученых, конечно, можно здесь увидеть красивейшие изображения поклонению огню. Вот, например, в середине настенной живописи сидят как-то правитель того времени, называемый Бухар Худатом. Но, к сожалению, его лица невозможно увидеть, потому что во время арабских захватчиков, которые они уничтожили мечами, и таким же образом не сохраняется данное лицо человека. А еще здесь можно увидеть очень интересные такие же композиция, которая украшает настенную живопись вместе с этим человеком, его как-то сын, и заднем фоне, которой сидит женщина. Но самое главное здесь не лицо человека и вообще-то людей, конечно, это является курильница, где горит огонь. Это является символом того времени, как-то называемым символом зороастризма. Считается Бухара центром того религии, которая была распространена не только в Бухаре, а вообще-то в Средней Азии, а Бухара была одним из самым центром этих религий. И в конце концов здесь в своих дворцовых украшениях они пользовались такой же настенными живописями. Но, к счастью, можно увидеть такие же настенные живописи не только в Бухаре, а в Самарканде, как называемый Афрасияб и Панджикент, нынешний Таджикистан и много других местах. Открытие стенных росписей и алебастрового скульптурного декора Ворошиловского дворца проливают яркий свет на многие стороны культурной жизни Средней Азии, предшествовавшего арабскому завоеванию. Благодаря им мы теперь знаем о своеобразной и высокой художественной культуре, об опытных и изощренных в своем искусстве мастерах, о многовековых традициях, наследниками и продолжителями которых были народные художники того времени. Но этим не ограничивается значение открытых памятников искусства. В данной картине есть несколько важные моменты. Например, здесь можно заметить несколько ожерелий или как-то жести, которые показаны людьми на этой картине. Например, обратите внимание на это изображение царя, которое держит в руках палка для того, чтобы поправлять огонь, а в других руках существуют разные как будто пожертвования. А еще такие же моменты продолжаются даже женской фигуры, так как у них в руках существует кубок, а вообще-то тело женская фигурка вызывает в себя очень интересный
интересные моменты, и в том числе интерес. Здесь можно увидеть разные виды ожерелья того времени и их такие же платья, каким видом они раньше, например, одевались или другие. Но из-за плохой сохранности здесь невозможно увидеть, как они раньше одевались. Среди фигуры сохраняется очень более точным, конечно, является это изображение принца, который упоминается в книгах как подросток, но на самом деле здесь можно заметить даже черты и следы изображения, например, глаз, но, к сожалению, здесь не сохраняется нижняя часть лица, а более точно сохраняется даже его тело. Например, рука поднята к жертвеннику, как называемая курильница, а на поясе подвешен такой же кинжал. А следы такого кинжала красными точечками была здесь как-то изображена. Стены и росписи и скульптуры, выполненные из глины, алебастра и камня, дают достаточно ясное представление о внешнем облике древних обитателей Средней Азии, об обстановке и быте, об окружающих их вещах и, наконец, об их идеологии. В книгах Шишкина упоминается, что здесь изображено 5 фигуры, но, к сожалению, мы здесь увидим всего лишь 3. Потому что во время реставрации данной живописной картинки была сделана, чтобы остаются только коленки остальных 2 человек. И в нижнем углу можно заметить такие же фигурки. А еще можно упоминать про этих жертвенников, как называемой курильница. Здесь также изображено правитель того времени, как называемый Бухар-Худат. На курильнице он изображен на троне. Но еще такой же трон была изображена над принцем, но, к сожалению, это изображение до наших дней не сохраняется. В памятниках монументального искусства того времени мы не найдем образов представителей широких масс трудового населения, да и не для них работали художники, выполнявшие заказы своих правителей. Восточный зал также известен как Грифон, и здесь было найдено несколько интересных изображений, как в виде барельефа. Например, здесь можно заметить такие же изображения локоть человека или копыть лошадей, фрагмент птицы-женщины, кисти винограда и много-много других. Но самое интересное здесь является внизу представленный такой же Грифон, это является льва. Об этом несколько раз было написано разные статьи нашими сотрудниками музея. А я хочу сказать, что такие же интересные экспонаты находятся не только в нашем Бухарском музее, и в музеях Ташкента, и в российских, особенно в музеях Эрмитажа и много других разных музеях мира. После раскопки Шишкина все росписи не только восточного зала, как называемый восточный грифон, а еще остальные синие и красные залы были увезены Шишкиным в Санкт-Петербург. Они сейчас находятся в музеях Эрмитажа, но в 80-х годах прошлого столетия обратно к нам вернули маленький часть и фрагмент восточного зала, но это для нас считается очень важным, потому что это найдено, во-первых, в Бухаре, и, наверное, место он нашел в этом отделении крепости Арк. Когда в 80-х годах приняли этот предмет как музейный экспонат, и это для нас считается очень важным. А еще недавно здесь поработали сотрудники музея Лувр из Франции, и они подтвердили, что это является оригинальный вариант. Но, конечно, было сомнение, что когда его привезли в Бухару, может быть, это поддельный вариант. Но это сомнение является беспочвенным. У нас сохраняется оригинальный вариант восточного зала. Стены и росписи Варахшинского дворца покрывают стены 3 залов – восточного, красного и западного. Во многих раскопках находились достаточно крупные, но чаще мелкие фрагменты живописи, относящиеся к разным помещениям.
Кроме восточного зала, в Варахша имеется еще двое таких же залов, как называемые красных и синих. А почему они так называются? Потому что там употреблены более такие же яркие цвета, как красный и синий, поэтому они так называются. Но, несмотря на восточных залов, они были как меньше по размеру, но там сохраняются более интересные моменты. Причем можем сказать, что в красном зале была изображена борьба человека, который сидит на слоне, гепардами и даже белыми драконами. Но хотя там в это время не было таких же драконов, но у них фантазия была очень хорошо, потому что у них были в мыслях, что как выглядит дракон. Но, конечно, во время Советского Союза были несколько недоразумений, что цивилизация приходит в Среднюю Азию только с арабами. Но такие же росписи указывают, что это не так, потому что у нас была еще до такие же красивые монументальные живопись архитектуры, и это показывает, что у нас до арабов была еще цивилизация. Маленький фрагмент красного зала сохраняется в музеях прикладного искусства в Ташкенте, а остальные оригинальные все части сохраняются в музеях Эрмитажа. Настенная живопись восточного зала Варахшинского дворца является одной из жемчужин краеведческого музея «Арк». И таких уникальных экспонатов здесь величественно много. И каждый раз в передаче «История одного экспоната» мы будем рассказывать об одной из них.